Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас на онлайн-встрече, посвященной такому жизненно важному понятию, как профессия. Сегодня мы вместе с вами услышим истории людей разных профессий. Это педагог, врач, рабочий и полицейский. Это профессиональный спортсмен и тренер, консультант и дистрибьютор компании «Тинториум». Мы собрали эти истории, чтобы вы услышали, как эти замечательные люди используют в своей профессиональной деятельности продукты «Тинториум» для сохранения здоровья и красоты, и как повысилось качество их жизни после знакомства с компанией «Тинториум». Надеюсь, вам нас хорошо слышно и видно. Пожалуйста, поставьте традиционно десятки или плюсы. Спасибо. Сегодня с вами я, Екатерина Майорова, президент-директор компании «Тинториум», и Ирина Владимировна Осипова. Это врач-апитерапевт. Специализируется по нутрициологии, лимфологии, эндоэкологии, геронтологии, гастроэнтерологии, кардиологии, врач нелинейной компьютерной диагностики и фитотерапии, работала доверенным врачом, исполняла обязанности заместителя главврача по лечебной части больницы номер 3 в городе Краснодар. 22 года работает в компании «Тинториум», ныне успешный президент-директор компании «Тинториум». Ирина Владимировна, здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья. Вот и заканчивается пора летних отпусков. И приходит самое время браться за работу. Работа является неотъемлемой частью всей нашей жизни. Именно на профессиональные навыки, на работу мы тратим колоссальное количество времени из отведенной нам жизни. В течение 30 лет наша компания находится в тренде. Очень многие люди любят эти продукты, используют их для сохранения здоровья и своей профессиональной деятельности. И многие люди приобрели не только крепкое здоровье, но и новую престижную денежную специальность. Мы с вами прекрасно знаем, что самой главной составляющей любого жизненного успеха, профессионального карьерного роста является именно здоровье. Когда-то хорошая трудовая считалась только с одной записью. Вся жизнь положена на алтарь одного производства. Но постепенно отношение к работе меняется. Все больше людей пытаются освоить разные профессии, и все больше из них выбирают свободный график работы. И это понятно, ведь большую часть жизни мы тратим на работу, и хочется, чтобы работа приносила удовольствие. Еще мудрый Конфуций сказал: «Найдите себе работу, в которую влюбитесь, и вы больше не будете работать ни одного дня». Эти слова великолепно подходят к истории нашей первой героини. Она очень много работает, тратит много энергии. Так что же помогает ей сохранить силу и энергию, выдержать такую нагрузку? Сейчас узнаем. Здравствуйте, меня зовут Елена Семигорелова. Работаю социальным педагогом. Клиентов много. Работая в семьях, приходится разбирать и устранять различные напряженные проблемные ситуации, восстанавливать отношения между членами семей. Чтобы быть в хорошей профессиональной форме, сохранять доброжелательность, внимание, нужно много энергии. А на еду часто не хватает времени. Помогает продукт «Тинториум», особенно любимые мной дрожжи черника с хлебиной. И активный комплекс «Тинториум Wellness» всегда с собой. Сбалансированный комплексный продукт дает силы. С ним нет усталости и выдерживается любой, даже круглосуточный график работы. Часто угощаю клиентов продуктами «Тинториум», и они становятся нашими покупателями, а некоторые впоследствии и постоянными клиентами. Действительно. При современном темпе жизни нам не всегда удается выкроить время для того, чтобы полноценно пообедать. Но ведь прием пищи должен быть регулярным, каждые 4-5 часов, не делая наедаться перед сном. Мы давно в «Тинториум» решили эту проблему. Действительно, употребляем хлебину, пергу, чернику с пергой. По своему составу эти продукты являются полноценными белковыми продуктами.
и усваиваются организмом легко, полностью, не перегружая желудочно-кишечный тракт. И таким образом получается так: и сыт, и после обеденной сонливости нет. А черника дополнительно улучшит наше зрение и состояние сосудов. Полноценный обед можно заменить также нашими коктейлями B-Energy, но о них я расскажу несколько позднее. А что делать, если вы в дороге и совсем нет времени на то, чтобы подкрепить свои силы? И здесь есть выход. Centurion Wellness. 9 в одном. Все продукты пчеловодства плюс фитокомплексы и орехи. В одной чайной ложечке этого продукта энергия содержится, как в полноценном втором завтраке. И не так давно появился новый продукт – апибатончик. Что лучше? Даже не знаю. Надо смотреть на свой вкус. Скажу одно. Это очень удобно, полезно, низкокалорийно и, самое главное, ну просто невероятно вкусно. И работоспособность будет всегда на высоте. Шикарный набор продуктов и для фигуры полезно. Редкое сочетание пользы и вкуса. А скажите, пожалуйста, если нет этих продуктов на столе, человеку приходится много работать буквально на износ? Именно в этом случае у человека постепенно проявляются симптомы хронической усталости, апатия, снижение трудоспособности, что в итоге ведет к ухудшению состояния здоровья, различным болезням, в том числе и профессиональным, а зачастую и к травмам, особенно учитывая, как многие люди сейчас находятся за рулем. Конечно, можно работать, не обращая на эти, казалось бы, мелочи особого внимания. Но ведь терпение и сила нашего организма не безграничны. И рано или поздно обязательно проявятся различные заболевания, которые в том числе будут связаны и с профессиональной деятельностью людей. Внимание на экран. История Татьяны Прошевской. Город Волгоград. Здравствуйте, друзья. Сегодня мы с вами говорим о профессиональных заболеваниях и как с ними можно справиться. Я 18 лет в компании Tenturium, и результатов было очень много. За это время можно было книгу написать. Я расскажу сегодня о заболевании моего мужа и как мы с ним справились. Виктор много лет трудился в черной металлургии. Вы знаете, это, наверное, из той серии, когда человек является заложником своей профессии и платит очень дорого, часто здоровьем. Так случилось с ним. Он другой работы себе не представлял. За время работы он работал в разных специализациях, поэтому были ожоги, раны, порезы, удары проволокой, потому что работал он оператором волочильного стана на грубом волочении. Но это было все не самое страшное. Самое страшное был атеросклероз. Это диагноз, который поставил ему врач УЗДГ, ультразвуковая дуплерография нижних конечностей. И многие его друзья страдали такими же примерно заболеваниями, сосудами. Что делали? Пили лекарства, лежали в больнице два раза в год, пробовали какие-то народные средства искать. Ничего не помогало так, как должно было быть. И в какой-то момент стало очень плохо. То есть он стал плохо наступать на ногу. Боль неимоверная. Ночью спит он постоянно, ногами вот так вот сучит. Больше там 100-200 метров он пройти не может. Нужно сесть отдохнуть. К этому времени мы подключили Tenturium. Формула РА, продукт номер один, апихит, апикрем и экстрабитулин. А потом появился Венаториум. То есть появились капсулы, которые работают внутрь сосуда. Появился гель, который можно носить на ноги для того, чтобы облегчать работу сосудов. Вот так выглядит Венаториум, вот так выглядит гель, который у нас дома, в принципе, довольно часто появляется теперь. Первый результат мы получили, когда он 3 месяца использовал эти капсулы. 3 месяца подряд. И 3 месяца подряд, 2 раза в день, мы смазывали ему ноги Венаториум гелем. Вот когда появился результат, знаете, это было счастье. То есть он стал спать спокойно. Стал ходить по улице 3-4 километра в день. То есть, ну, видно было явный результат. Но больше всего удивил врач. Врач УЗДГ, который делал опять ультразвуковую дуплерографию нижних артерий. И вот он сказал такую фразу. Я не знаю, что вы там делали, но у него появилась сеть капилляров. И эта сеть капилляров
снабжает кровью ноги, ноги стали теплые, стали меньше болеть, и угроза гангрены миновала. Вот такой результат мы получили с компанией Tentorium. Я советую всем вам пользоваться этим великолепным продуктом, потому что он помогает, помогает здорово. А вам желаю здоровья, счастья, успехов с нашим великолепным продуктом. А я снова купила себе этот великолепный набор. Всего доброго! К сожалению, имея такие подобные профессиональные заболевания, уже ушли в мир иной. И неизвестно, как бы сложилась история этого замечательного человека, если бы не Tentorium. И какое счастье, когда многое можно поменять. Как здорово, что есть продукт Tentorium и такие заботливые жены. Вы знаете, очень непростая, удивительная история с таким грустным началом и с таким позитивным окончанием. В данном случае атеросклероз явился следствием многих неблагоприятных производственных факторов. В частности, это длительное стояние на ногах, которое встречается, согласитесь, в очень многих профессиях, и перенос тяжестей. К сожалению, атеросклероз является системным заболеванием, при котором страдают все сосуды, сосуды всего организма, как артерии, так и вены. Атеросклероз нижних конечностей чаще всего в трудоспособном возрасте – это проблема именно мужская. В моей врачебной практике был очень тяжелый случай, когда молодой мужчина, ему было чуть-чуть за 40, в результате такого заболевания остался без рук и без ног. Ему постепенно их ампутировали. Использование продуктов пчеловодства дает очень великолепные результаты. Что дает формула РА? Она, во-первых, снимает спазм, напряжение сосудов, делает сосуды эластичными, как в молодости, раскрывает концевые капилляры, то есть это те места, где происходят обменные процессы. Сорбус улучшает эластичность капилляров, а совместное использование сорбуса и формулы РА нормализует артериальное давление и уменьшает проявление атеросклеротических изменений. А продукт номер один снижает вязкость крови и тем самым снижает риск образования травм. С появлением серии Венаториум мы получаем просто потрясающие результаты. БАТ Венаториум восстанавливает эластичность стенок сосудов практически во всем организме, от нижних конечностей до сосудов мозга. Улучшает кровоток во всех тканях. Восстанавливает капиллярную сеть. А гель Венаториум снижает ломкость капилляров, уменьшает отечность, воспалительные процессы, убирает сосудистые звездочки и ненужные поверхностные капилляры. Комплексное использование этих продуктов дает просто потрясающие эффекты. Такая программа дает возможность снизить риск инсультов, инфарктов. А вот если такая проблема произошла, дает более быстрое восстановление и уменьшает риски различных осложнений. Таким образом, регулярное использование этих продуктов даст нам возможность избежать многих проблем с сосудистой системой. Действительно, с продуктами Tentorium мы под надежной защитой. Но, Ирина Владимировна, а как могут помочь продукты пчеловодства другим тяжелым трудовым специальностям? А ведь использование продуктов пчеловодства совершенно не говорит о том, каким специальностям оно помогает. Регулярное использование продуктов пчеловодства дает повышение работоспособности, внимание, повышает иммунную систему, дает возможность работать более эффективно с меньшими физическими и эмоциональными затратами. Если у нас есть силы, мы справимся действительно с любой работой. Не только рабочие подвергаются тяжелым атлетическим нагрузкам. Безусловно, физическая зарядка полезна любому организму. Но вот профессиональные спортсмены испытывают колоссальные эмоциональные, физические, стрессовые перегрузки. Они подвергают риску свой организм. И какое счастье, когда рядом вовремя оказывается консультант Tentorium с восстанавливающим продуктом. Внимание на экран. Здравствуйте, я Семенова Екатерина, город Волгоград.
Тинтурю 19 лет. В прошлом мастер спорта по спортивной акробатике. Неоднократный серебряный призер всесоюзных соревнований ЦС «Зенит» среди женских пар и женских троек. Большие нагрузки и нерегулярное питание привели к тому, что в 28 лет у меня образовались две язвы в 12-перстной кишке. Боли в желудке были очень сильные. Есть ничего не могла. Пила воду и теплое молоко. Вес быстро таял. На ту пору я работала тренером-преподавателем по спортивной акробатике. В этой профессии необходима хорошая физическая форма и огромная ответственность за здоровье и жизни юных спортсменов. Потому что при освоении новых сложных элементов необходимо страховать, ловить, поддерживать, подталкивать спортсменов. А при сильных болях и слабости это было очень сложно. Я перепробовала все. Таблетки, микстуры, гели, рекомендации врачей не давали хорошего эффекта. Это был эффект только временный. Так я промучилась 12 лет. Однажды мне дали информацию, хорошую литературу о продуктах пчеловодства. Информация очень меня заинтересовала. Так я познакомилась с компанией Тинториум и начала потреблять продукцию с полной программой поддержания здоровья. Через неделю приема продукции я почувствовала облегчение. Боли притупились, я стала понемножечку есть и потихоньку прибавлять в весе. Результаты ФГС подтвердили, шло быстрое заживление и эпителизация язв. Врачи только разводили руками. Очень шло это быстро. За первый год я съела 6 полных программ здоровья. А потом стала прибавлять и другие продукты. Апиток, Апибальзам 2, продукт номер 1, Апихит, экстрабифунгин и так далее, потихоньку добавляя новые и новые продукции. Сейчас я чувствую себя хорошо. Ограничений в приеме пищи нет. Про боли я совсем забыла. Меня этот результат очень радует. Чувствую себя комфортно, великолепно. Никогда не бывает поражения какого-то одного органа желудочно-кишечного тракта. Слишком близко они расположены друг к другу. Всегда страдает и желудок, и 12-перстная кишка, и печень с желчевыводящими путями, и, безусловно, поджелудочная железа. А наша программа желудочно-кишечного тракта полностью восстанавливает их работу. Я дополнительно порекомендовала бы использование формулы РАК. Из моей практики. Подросток 15 лет. В анамнезе язвенная болезнь 12-перстной кишки со стенозом. На фоне сильнейшего стресса у него появились проблемы сердечно-сосудистой системы. Повысилось артериальное давление, появилась аритмия. Я порекомендовала ему программу ЖКТ, формулу РА и АПВ. Через 2 месяца у него ушли проблемы с сердечно-сосудистой системой, а на повторной гастроскопии не было ни эрозий, ни язвы. А главное, ушел стеноз 12-перстной кишки. Все это произошло благодаря формуле РА, поскольку этот продукт великолепным образом способен убрать рубцовую ткань даже после инфарктов. Сейчас этому парню 33 года. Он очень успешный бизнесмен. Он работает со многими странами СНГ. Об этих проблемах он не вспоминает. И диагноз этот тоже не вспоминает. Очень успешный парень. Периодически употребляет продукты пчеловодства. Ирина Владимировна, действительно изумительные результаты. Но некоторые из наших слушателей, услышав их, могут спросить, а продукты Тинториум – это лекарство? Вот тут происходят вообще удивительные вещи. Все чаще и чаще в офис приходят люди от врачей по рекомендациям, просто увидели вывеску, кто-то что-то слышал и говорят,
продайте мне лекарства от того-то и от того-то. Приходится каждому объяснять, что продукты пчеловодства ни в коем случае не являются лекарствами. Это продукты питания, которые обладают мощным лечебно-оздоровительным действием. Эти продукты абсолютно натуральны, безопасны и сертифицированы по самым строгим параметрам. Если тинториум приходит в дом, то обычно этими продуктами начинают пользоваться все члены семьи. Так произошло и с нашей героиней. Давайте послушаем продолжение ее истории. Внимание на экран. Хочу поделиться еще одним ярким примером применения продуктов пчеловодства. Это результат моего старшего сына Дмитрия. Он мастер спорта по легкой атлетике в беге на 800 и 1500 метров. Когда его пригласили в «Динамо», необходимо было пройти медкомиссию. Результаты анализа крови показали очень низкий гемоглобин и пригласили на пересдачу через 3 дня. Я порекомендовал ему экстра бифунгин по полстоловой ложки 5-6 раз в день. Результаты показали гемоглобин в норме. Мы были очень рады и приятно удивлены такому быстрому результату за столь короткий срок. И сейчас, когда речь заходит о низком гемоглобине, я рекомендую экстра бифунгин. Этот уникальный, волшебный и широкого действия продукт пчеловодства. На данный момент спортивная карьера сына закончена. Он продолжает бегать, поддерживать форму, участвовать в соревнованиях в Московской области и по работе. Он государев человек, офицер патрульно-постовой службы. Патрулирование днем, ночью, вызовы на происшествие и криминал обязывают быть всегда в физической и психической форме. И ему здесь подмога продукты пчеловодства. Хлебина, аписпира, трутневое молочко, коктейль Бенерджи. Он использует весь спектр продуктов пчеловодства. Вся его семья, жена и трое детишек, от вальса Мендельсона и по сию пору, используют, любят и уважают продукцию. Тинториум дает нам силы, энергию и уверенность в нашей жизни. А самое главное, продуктами пчеловодства можно управлять и контролировать самочувствием, состоянием, здоровьем. Большое спасибо создателям продукции Тинториум и президенту компании. Экстра бифунген – один из самых моих любимых продуктов. Он просто удивительный. Вот если взять большую медицинскую энциклопедию и проштудировать, при каких состояниях этот продукт будет полезен, получится огромный список от первой до последней страницы. От буквы А – астма, до буквы Я – язва, или, например, ящур. Действительно, бифунген улучшает состав крови, иммунной системы, работу всего желудочно-кишечного тракта, восполняет важнейший микроэлементный и витаминный состав, уменьшает проявление аллергических реакций. И так можно продолжать действительно до буквы «Я». Хлебина и аписпира – это продукты на все случаи жизни. Это полноценные белковые продукты питания. И следует отметить, что в хлебине содержание калия, магния и железа такое же, как в плазме крови. Об аписпире расскажу позже. А теперь очень хочется заострить внимание на трутневом молочке. Это один из самых редких продуктов пчеловодства. По сути дела, это банк питательных веществ. Этот продукт дает бодрость, отличный тонус, настроение и физическую выносливость. По данным Всемирной организации здравоохранения, по количеству незаменимых аминокислот в этом продукте трутневое молочко превышает норму так называемого идеального белка в 1,5 раза. Этот продукт улучшает выработку гормонов, быстро восстанавливает энергию, обмен веществ, питание всех тканей, улучшает рост мышечной массы, повышает физическую и умственную выносливость. И это далеко не все его полезные свойства.
Все эти продукты будут полезны любому человеку, который занимается любой профессиональной деятельностью, поскольку они восстанавливают жизненные силы, жизненную энергию. Особенно эти продукты необходимы спортсменам. Ирина Владимировна, я думаю, наши гости, участники вебинара присоединятся к моему мнению, но я очень благодарю вас за подробные комментарии о действии продукции Тинторио. So beautiful, so fine. I can't imagine why you're all alone. So I gotta keep looking out through the window, trying to reach your... Здравствуйте. Меня зовут Анна. Я тренер по спорту на пилоне, а это моя домашняя спортивная площадка, где, собственно, я занимаюсь и готовлюсь к своим тренировкам. Сейчас я расскажу вам небольшую историю о своей спортивной деятельности, о том, как я пришла в компанию Тинторио. Моя жизнь с детства была вообще связана со спортом. Я занималась легкой атлетикой, волейболом, горными лыжами уже во взрослом возрасте, туристические сплавы и много еще что другое. Хотя, в общем-то, по образованию я прикладной математик. Более 20 лет я проработала в издательском деле газеты «Из рук в руки», город Ярославль. Но после 40 лет моя жизнь начала постепенно изменяться, и меня опять развернуло в сторону спорта. Я получила дополнительное образование на базе высшего. И примерно в эти же годы я познакомилась с продукцией компании Тинторио. И для меня это стало настоящей находкой и удачей. Ведь большие энергозатраты приходилось восполнять. И любимым продуктом для меня стала хлебина, решившая тогда очень многие проблемы по здоровью, по укреплению иммунитета, по восстановлению. Вот. И моя спортивная карьера продолжала развиваться. Так, в 2017 году я стала серебряным призером POSA World Sport Championship в Лихтенштейне. В настоящий момент я также продолжаю тренироваться, тренирую обычных людей, готовлю к соревнованиям. Это требует очень больших физических сил, и у меня на самом деле колоссальные нагрузки, хотя мне в принципе уже почти 50. Вот. И, собственно, для улучшения самочувствия и профессиональных показателей я использую продукцию компании Тинторио. В моей домашней аптечке должны быть обязательно крем Тинторио, APV, хлебина, маточное молочко, трутневый расплод. Без них уже никак. Ну, в общем-то, продукт мы употребляем всей семьей, мои родители, муж, дети. Ведь изначально был посыл, когда я приходила в компанию, на здоровье. А в общем-то так получилось, что не только для здоровья, но и для улучшения, так сказать, профессиональных моих показателей, качеств. И, собственно, в завершении что я хочу сказать, что все, что у нас есть с вами, это наши родные и близкие. Поэтому берегите себя, берегите свое здоровье, здоровье своих близких. И большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Хочется присоединиться к пожеланию Анны Дементьевой. Берегите себя и берегите своих близких. Жизнеутверждающая история. Не каждый решится поменять профессию после 40, это очень смелый поступок, и тем более сменить род деятельности от офисного работника до профессионального спортсмена и тренера. И не просто при этом добиться серьезных успехов в спорте, сохранить здоровье и красоту, быть востребованной и счастливой. Ирина Владимировна, вы сейчас, наверное, опять скажете, что это все продукты Тинторио? Знаете, Катя, честно говоря, этот ролик увидела впервые. Я в ошеломлении. Я думала, этой барышне лет 25, ну, максимум 30. Ну, 28, но не больше. История действительно потрясающая, красивейшая. Я в восторге. Вот такой результат достигается, безусловно, огромным трудом. Ведь профессиональные спортсмены затрачивают энергии ничуть не меньше, чем, например, землекопы.
И нагрузка на организм идет колоссальная, на сосуды, на сердце, на суставы. О том, какая научная практическая работа, огромная совершенно, была проделана учеными, в том числе и тенториумовцами в ХМАО, говорилось на предыдущей конференции, и об этом написана монография, какие показатели эти продукты улучшают. Можно об этом почитать. А вот особое внимание мне хотелось бы уделить на коктейли серии B-Energy. Я провела анализ всего спортивного питания, которое имеется в настоящее время на российском рынке. Так вот, ни один из коктейлей спортивного питания, кроме коктейлей B-Energy, не содержит таких продуктов, как маточное молочко и экстракт желтка перепелиного яйца. Это ценные, непревзойденные по своему составу и совершенно необходимые для здоровья компоненты. А концентрат подсолнечного белка содержится только в специализированных коктейлях, которые называются «Спецназ». По количеству белка коктейль B-Energy Sport стоит на первом месте среди всех коктейлей. На 100 грамм там практически 52 грамма белка. В большинстве коктейлей эта цифра всего 20-30 грамм. Кроме этого, на порцию нашего B-Energy нужно всего 20-30 грамм. А большинство коктейлей от 30 до 50. Вот зачитываю вам рекомендацию к использованию коктейля спортивного «Мегамасс». На порцию развести 150 граммов продукта на 550 граммов молока. То есть наши коктейли еще и суперэкономичны. И следует также еще отметить, что практически все коктейли из этой группы не рекомендуется употреблять до 18 лет и при беременности, кроме наших тенториумовских коктейлей. Они являются 100% натуральными, безопасными для здоровья продуктами питания для людей любой возрастной группы и необходимы тем, кто хочет быть здоровым, активным, позитивным, независимо от возраста. Коктейли, спорт, спортивное питание сейчас в тренде у предпринимателей и бизнесменов. А основное качество предпринимателя – это смелость. И следующая наша героиня, не боясь своего возраста, покоряет как настоящие горы, так и бизнес-вершины Тенториум. Слушаем внимательно следующую историю. Доброго дня всем. Меня зовут Михайлюта Валентина. Я врач-профилактик, врач-гигиенист. Закончила Ленинградский санитарно-гигиенический мединститут и трудилась в санэпидслужбе. Параллельно изучала и внедряла диетологию. А когда пришел Тенториум, погрузилась в него полностью. Семинары, литература позволили мне быстро осознать механизм воздействия пчелопродуктов на организм. Систематическое использование пчелопродуктов позволяет перестроить ход наших биохимических процессов и поставить их на рельсы здоровья. Поэтому схемы очень простые. Это медовая вода, прополисная группа, это лечебные кремы, мази и дрожже по необходимости, которая имеется у данного человека. За эти 17 лет результатов множество. Вдохновляют все, даже самые незначительные. Но есть раздел, которым я особенно горжусь. В моей практике у моих дистрибьюторов родилось 88 детей, которых они очень долго ждали. Причем срок ожидания был различный, от 2-3 лет и до 10. Самое основное – это система. Каждый божий день использовать эти пчелопродукты, и результат не оставит себя долго ждать. Главным, конечно, результатом является мой внук, который появился на свет посредством кесарево сечения.
И у него, как следствие, было повышенное внутричерепное давление, сопровождающееся различными серьезными осложнениями. И это все вызывало сильное беспокойство всей нашей врачебной семьи. Но в системе всегда все получается здорово. Он сам использовал эти продукты. Нам удалось сформировать с ним стереотип использования продуктов. И это все было в течение длительных лет. Но сейчас он закончил военный институт с отличием, является мастером спорта по спортивному ориентированию и несет службу в том месте, куда его отправили. Да, главным результатом, наверное, являюсь я сама, которая в течение 17 лет использует пчелопродукты постоянно, на постоянной основе, каждый божий день. В своем элегантном возрасте после 70 я активно хожу в горы, купаюсь на высоте более 3000 метров, путешествую и радуюсь жизни. И это все тенториум, это все благодаря этим уникальным, удивительным продуктам. Наверное, за что-то мы обрадовали Вселенную, что она принесла нам такой подарок. Именно сейчас, в период снижения коллективного иммунитета, нам следует доносить народу важность ежедневного приема пчелопродуктов, потому что они обязаны присутствовать в каждой семье, и это реальный выход из создавшейся ситуации. Тинториум в каждый дом. Тинториум в каждый дом. Этим призывом мы, как и Валентина, дистрибьюторы и консультанты компании Тинториум, пользуемся много лет. Переход из медицины в бизнес – это естественное движение для нашей героини, если речь идет о бизнесе Тинториум. Для Валентины профессия консультанта-дистрибьютора стала закономерным продолжением ее огромного желания помощи людям. Валентина Михайлюта действительно уникальный, удивительный человек. Это замечательный врач с огромным опытом работы с продуктами Тинториум. Мне сложно добавить что-то кроме этой истории, наверное, кроме своих наработок, только личные результаты. Я не считала, сколько малышей появилось на свет в моей структуре благодаря продуктам Тинториум, но они есть, а у некоторых этих деток уже по двое. Конечно, в каждом конкретном случае программу нужно подбирать индивидуально. И, безусловно, самое дорогое в нашей жизни – это дети и внуки. Почти у каждого ребенка есть проблемы со здоровьем. Не ждите, когда у них появятся хронические заболевания, а давайте продукты Тинториум всегда. Меня очень радует, что все больше молодых мамочек приходит в офис. Кто-то по старой памяти, кто-то увидел вывеску, кого-то направили за продуктами для своих деток. Они с радостью узнают продукты, правда, иногда в другой упаковке, которыми почивали их мамы. С удовольствием берут продукты для себя, для деток, ну и не забывают брать косметику. А теперь немножко об активном долголетии. Очень грустно смотреть на людей без блеска в глазах, с шаркающей походкой и без желаний. Хотите, как Валентина? Горы, в горную холодную речку. Ешьте продукты. Продукты Тинториум. Как говорит Раиль Габдулхакович, у нас говорящие продукты. Ешьте, что вам хочется. Какие вы ешьте, сколько душ вы эти продукты будете принимать, сколько вашей душе хочется. Продукты пчеловодства – это единственные продукты питания, которые не имеют возрастных ограничений. Их можно использовать с первых дней жизни, ну, конечно, не все, и точно до 98 лет. Ирина Владимировна, а почему до 98? Ну, просто в моей практике пока не было более старших клиентов. Но думаю, еще все впереди. Моя 98-летняя клиентка живет постоянно одна, и все лето она проводит на даче. Что-то там делает.
Неделю назад мы отвозили ей очередную партию продукта. Мы ее очень уважаем, это участница войны. И она нас встречает всегда с улыбкой. Она сама готовит, жизнерадостно, активно, пользуется интернетом. Каждый день делает зарядку. У нее великолепное чувство юмора, и с ней очень приятно общаться. А своим лечащим врачам, внучке и правнучке, она всегда делает подарки нашими продуктами. Такая очень история. Оптимистичная история. И раздвижка пенсионного возраста нам, кстати, не страшна. И можно не просто долго жить, но быть здоровым, с активным мозгом и интересом к жизни. А вот следующая история кого-то заставит улыбнуться, а кому-то напомнит, и вы узнаете в ней себя. Внимание на экран. Добрый день, дорогие друзья и партнеры. Меня зовут Рженицына Елена. Хочу поделиться с вами интересным моментом, или даже, я бы сказала, результатом, произошел который со мной в этот исторический момент нашей жизни. Я имею в виду, конечно же, пандемию COVID-19. Так как мне сейчас, мы все находимся на изоляции, на карантине, и общаемся в основном только по телефону, то недавно, общаясь с незнакомыми мне людьми по телефону, конкретно с двумя, два случая у меня было, узнав о том, что мне 61 год, эти люди засомневались и решили, что я их разыгрываю. Для меня это тоже было удивлением. Мне сказали, что голос мой звучит на 40-42 года. И из этого, мои дорогие, я поняла, что работая, живя на продуктах пчеловодства, мы имеем прекрасное здоровье, внешне выглядим моложе, но голос наш, оказывается, тоже не стареет. Если бы не пандемия и ограничения в общении, я бы и не знала о таком удивительном факте. И поэтому я хочу выразить свою огромную благодарность, сказать большое спасибо Раилю Габдухаковичу, компании, пчелопродуктам и огромное спасибо пчеле. Большим уважением к вам, Рженицына Елена. Позитивная история, безусловно. Но я бы не сказала, что только вот голос. Тут и внешний вид гораздо моложе, чем паспортные данные. Действительно, эта история имеет ко всем профессиям отношения, которые связаны с голосовым аппаратом, начиная от актеров, певцов, юристов до учителей, продавцов магазинов, и это может ряд продолжаться. Наши голосовые связки, особенно с возрастом, испытывают огромнейшую нагрузку. Особенно с возрастом. Подхватываются чаще мы ОРЗ, различные, грипп. И протекают эти заболевания гораздо тяжелее, чем в юности. А все потому, что при первых признаках болезни, а иногда просто всегда, мы привыкли подкреплять свой иммунитет продуктами пчеловодства. Для тех, чья работа связана с голосовым аппаратом, всегда за правило они берут в сумочке держать Апибальзам-2. Мой муж называет этот продукт «наше мороженое». Но действительно, этот продукт является бальзамом для нашего горла. Он смягчает наши связки, убирает воспаление, ненужную микрофлору. Вторым важным продуктом является APV. Он не только дает возможность восстановить слизистую оболочку полости рта, глазовых связок, об этом есть научный труд, но и восстановить слизистую всего желудочно-кишечного тракта. И третий потрясающий продукт – это, безусловно, экстралор. Таким уж образом он устроен, что одновременно ротовой полости помогает горлу, и кишечник наш доволен и в порядке. Ну а если у людей есть проблемы с сахарным диабетом, можно заменить экстралор на экстралор молочный. Вот и все. Спасибо огромное за ваши подробные комментарии. А сейчас я хотела бы обратиться к гостям и участникам вебинара. Я предполагаю, что среди вас есть, среди нас есть учителя. Поставьте, пожалуйста, плюсы и десяточки. Есть, замечательно. Давайте все поздравим, ведь наш вебинар посвящен профессиям. Давайте всех учителей, которые сегодня с нами, поздравим с наступающим новым учебным годом.
и пригласим в сентябре месяце на конференцию от компании «Тенториум» к школе «Готов». А сейчас, пожалуйста, воспользуйтесь рекомендациями Ирины Владимировны и подарите себе голос молодой, красивый и здоровый. Работать с продуктами «Тенториум» просто, легко, достойно и очень приятно. Ведь практически у каждого из нас природа заложена доверие медовым продуктам. В «Тенториум» консультантами, предпринимателями становятся люди разного возраста, любых профессий, не только врачи. В результате имеют крепкое здоровье, радость от общения с другими людьми и, конечно, материальные ценности. Давайте послушаем очень яркую, интересную историю. Внимание на экран. Здравствуйте, меня зовут Александра Горбачева, я из города Мытищи. Свою трудовую деятельность я начала в 14 лет, и первая моя профессия была посудомойка в пионерском лагере. Потом были техникум, институт, и закончила трудовую деятельность начальником отдела в министерстве. Посидев на пенсии немножко, поняла, что это дело очень скучное, и я устроилась курьером в банк. Ну, курьер требует много движения, а я как раз очень это дело люблю. Как вы помните, в 2010 году под Москвой горели торфяники, и Москва была задымлена, жарище было, пыль стояла. Ну, представьте, каменные джунгли в Москве. Вот. И, видимо, вот эта экология повлияла на мою щитовидную железу. Когда я в Московском областном клиническом институте сдавала анализы, то по некоторым гормонам у меня превышение было в 40 раз, а по одному из гормонов вообще 800. И после лечения врачи сказали, что нужно сделать операцию. Вот. Но, на мое счастье, я встретила приятельницу свою давнюю, и она мне предложила попробовать продукты пчеловодства. Она сказала, что они очень хорошо помогают при этой проблеме. Она привела меня в офис в Мытищах, консультант мне составила программу, я эту программу четко 4 месяца пропила, и через 4 месяца врач был очень удивлен и сказал, что у меня со щитовидкой почти все в порядке, и операции нет необходимости. Вы знаете, в эту программу входили, ну, перво-наперво это Аписпира для щитовидной железы, Тенториум Плюс, формула РА и экстрабифунген. И очень много-много, это мои теперь любимые продукты, APV и Апифит. Ну и еще самый сладкий продукт, Апифитотонус, сюда входил. Вот на этой программе я получила великолепный результат. На сэкономленные деньги купила себе путевку в Италию и поехала на 2 недели путешествовать по Италии. Это была моя давняя мечта. Ребята, это было нечто. И когда я вернулась из Италии, я подумала, что курьер курьером – это хорошо, но, наверное, лучше, если я буду помогать людям так же, как помогли мне. И прошла обучение, стала консультантом компании. Ну, естественно, конечно, я начала со своих друзей и знакомых. 15 человек посмотрели, вот я им показывала динамику помесячно, что называется, свою. Они были действительно поражены тоже и стали употреблять продукты компании. Получили великолепные результаты. И так вот начала потихонечку помогать людям. И я вам сейчас расскажу про один самый яркий случай из моей практики. Мою соседку, как безнадежную, выписали из больницы и сказали, что нужно вызвать родственников, чтобы они успели с ней проститься. Родственники у нее живут очень далеко, за границей. Пока их вызвали, пока они там оформляли документы, я ухаживала за бабушкой и кормила ее нашими продуктами, потому что она, в принципе, практически есть не могла. Делала ей массаж с нашим кремом. И когда приехали родственники, и она сама, и они, это вот надо видеть, были все с квадратными глазами, она уже опять ездила на свою любимую дачу. Вот представляете?
Даже врачи, когда вот увидели ее, ну, просто были поражены. И одной из благодарностей и родственников ее, и бабушки, было то, что она подарила мне свою машину, которая стояла у нее в гараже. И я на этой машине, так как я люблю путешествовать, теперь езжу со своими друзьями, со своими любимыми дистрибьюторами по практически всему Подмосковью, по всем замечательным местам, по ближайшим областям. И довольно не только я, но и все мои друзья. Вот. Мне очень нравится помогать людям. Я очень благодарна компании за этот продукт, который приносит людям пользу. Откуда такое доверие к продукту? Да на самом деле все просто. Потому что помогло. И получился отличный результат. И это закономерно. После 45 лет у кого-то чуть раньше, у кого-то чуть попозже происходит постепенное затухание работы эндокринной системы. А значит, и сбой в работе всего организма в целом. Особенно, если этот процесс сопровождается стрессовыми ситуациями. А у кого сейчас нет стрессовых ситуаций? В первую очередь страдает наша щитовидная железа, которая, в свою очередь, контролирует работу всех органов эндокринной системы. И ее нужно подкормить. Как? Аписпира, хлебина, тенториум плюс, апикрасота. Дальше. Любые дрожжи на ваш вкус. Обязательно продукты с маточным молочком, трутневым молочком. Ну и об апихите и прополисной группе не стоит забывать. А согласитесь, как приятно получать подарки. Особенно, если операция, по мнению самих врачей, оказалась не нужна, а 60 тысяч были отложены. Их правильно было использовать на поездку в Испанию, совершить путешествие своей мечты. А при этом, при правильной и грамотной работе с продуктами Тенториум, получить еще новую, престижную и денежную профессию. Вам такой вариант как, нравится? Очень я рада за нее. Браво, Александра! Желаю дальнейших успехов не только ей, но и всем нам, тенториумовцам. Действительно, браво! Консультантом Тенториум может быть каждый, если у него есть желание изменить свою жизнь. Быть здоровым, энергичным, материально обеспеченным человеком. Тенториум официально входит в ассоциацию прямых продаж и для многих стал уже основным делом жизни. Новой профессией с яркими, видимыми перспективами. Внимание на экран. Слушаем следующую историю. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Елена Коваленко, я являюсь активным, благодарным пользователем и бизнес-директором компании Тенториум. 20 лет назад мне рассказали о возможности укрепить иммунитет моему сыну. Маленьким он часто болел и регулярно не ходил из-за этого в садик. Я интуитивно почувствовала, что эти продукты помогут ему, и стала давать по схеме, которую мне предложила апитерапевт Ирина Владимировна Осипова. Сильнейшая РВИ отступила за несколько дней. И с тех пор продукты пчеловодства Тенториум вошли в ежедневный наш рацион. Это ведь так просто. 3 раза в день перед едой выпить стакан медовой воды с прополисом и съесть чайную ложку пыльцы, ну и перки, а также меда с маточным молочком. И использовать средства на основе продуктов пчеловодства для кожи тела, головы, рук, ног, но которые мы и так используем. Конечно, я не могла молчать о такой простой, безопасной и вкусной возможности быть здоровым, молодым, красивым и иметь здоровых, счастливых детей. И стала этой информацией делиться с окружающими меня людьми. Но они передавали это дальше, и все это выходило совершенно естественно. Так как у нас в компании есть простой, доступный и щедрый маркетинг-план, я стала с удивлением замечать, что вознаграждения за мои действия стали расти. Я стала воплощать многие мечты в свою жизнь. И очень скоро, благодаря компании Тенториум, появилась возможность быть не просто здоровой, красивой, но и получать ощутимое материальное признание. Я стала много путешествовать. Тогда и куда я хочу?
И вокруг меня стали появляться позитивные люди, помогающие мне в саморазвитии. И все это за рекламу продукции, такой качественной, которой бы я и так бы рассказывала другим людям. Так что если вы на пути к решению сотрудничать или не сотрудничать с компанией Тинторио, я вам рекомендую это сделать и жить в легкости, радости и изобилии каждый день, несмотря на ситуацию в стране. Елена пришла за здоровьем сыну, а нашла профессию, где много красоты, бодрости, здоровья, признания, благодарности. И исполнились все, многие ее мечты, и еще исполнится. Леночка Коваленко – удивительно позитивный человек. За 20 лет знакомства с ней она совершенно, на мой взгляд, не изменилась. Такая же молодая, красивая, энергичная. Но кто скажет, что ее сын закончил уже университет? Я часто с ней общаюсь, и всегда в ее сумочке продукты Тинториум. У многих наших детей, у многих наших дистрибьюторов есть дети и внуки. Мы называем их наши Тинториумята. На сегодняшний день у меня уже 6 внуков, и все до сих пор едят продукты. Много лет тому назад моя дочка подошла и спросила: «Мам, а где находится наша поликлиника? И вообще, как туда попадает, и кто наш врач?» Ей нужна была какая-то справка для университета. И придя из поликлиники, она говорит: «Мам, они так удивились, оказывается, никто из 5 членов нашей семьи там не зарегистрирован, и они даже не знают такой фамилии». И самое удивительное, что когда дети поступили в университет, они стали сами следить за пополнением тинториумовской аптечки, чтобы всегда все было. Я задала вопрос: что случилось-то? В школе вы это не любили, а сейчас требуете эти продукты. Получила просто гениальный ответ: «Мам, вот ты наш тинториумом накормишь, 4-5 дней мы уже в школе». А у других нормальные мамы детей лечат. Их по 3 недели в школе не бывает. Ну, нам же обидно. Я говорю: «Ну, а сейчас-то что изменилось?» «Ага, а сейчас каждую пару в университете надо отрабатывать». Но самое удивительное, у каждой из моих дочек уже по 3 сыновей. Так вот, каждый месяц они берут продукта на 3-5 тысяч очков, каждая семья. Какие же продукты использует наша семья для сохранения здоровья? Во-первых, это программа ЖКТ, антистрессовая программа. Вся практически прополисная линия. Если у моего старшего внука не отобрать HPV, или продукт номер 3, 200 грамм, он его за день, за два приходует, запросто. Это обязательно аппетит в большом количестве, если ты путешествуешь. Дрожже по принципу: что хочу, то и ем. Сколько хочу, то и ем. Чем чистить зубы, вопросов не возникает. Аппидентом. Чем мыть голову, чтобы волосы были здоровы? Нашим шампунем-цеполаскивателем. С чем принимать душ? Мускус-гелем. Какой косметикой пользоваться с первого дня жизни? Присыпка, челография и мускус для ванн. Дальше согласно возрасту. Ну а на ночь обязательно коктейль Трио для очищения лимфосистемы. И, пожалуй, не стоит забывать, что самой главной профессией является профессия быть мамой. И очень хочется, чтобы наши мамочки и их детки были здоровыми. Каждая профессия накладывает отпечаток на состояние нашего здоровья. И зная эти особенности, продукты пчеловодства дают нам возможность сделать жизнь успешной, счастливой, без отвлечения на болезни и траты на лекарства и лечение, и делать себе подарки мечты. А многим дает возможность приобрести новую интересную профессию. К сожалению, люди часто обращаются ко мне, имея уже букет хронических заболеваний. В этом случае восстановить здоровье гораздо сложнее и затратнее. При использовании продуктов пчеловодства нужно знать, что все они работают в комплексе, вне зависимости от зоны повреждения. У этих продуктов не бывает так называемых холостых выстрелов. Они всегда работают в цель, восстанавливают работу всего организма в целом. Все так просто. Столько замечательных людей, столько удивительных историй. И все объединены одним – живыми продуктами для тех,
кто хочет жить полноценно, 24/7. Быть молодым в любом возрасте, быть здоровым, бодрым, энергичным, независимым и богатым. В том числе и продуктами Тинториума. Ведь они могут встроиться в любой ритм жизни, в любую жизнедеятельность, в любую судьбу. Все истории, которые вы услышали, могут быть вашими. Напишите свою историю. С Тинториум вы можете как стать лучшим в своей сфере, так и получить новое знание в Академии Тинториум, получить новую профессию, новое занятие, где наставники и партнеры поддержат вас в любых ваших начинаниях. Все, что нужно для успеха, уже есть и ждет вас. Узнавайте подробнее, присоединяйтесь к нам, мы вас ждем. И слова Уинстона Черчилля: «Уже сегодня начните делать то, о чем другие будут думать только завтра», звучат очень своевременно. И в заключение хочется сказать, что 22 сентября состоится 4-я большая познавательная конференция «К школе готов», где директор по инновациям компании «Тинториум», кандидат медицинских наук, врач-апитерапевт Хисматуллина Ирина Петровна и врач-педиатр высшей категории по специализации иммунолог-аллерголог, заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники города Ижевск Бутолина Елена Эдуардовна, раскроет тему «Как укрепить иммунитет, меньше уставать и повысить успеваемость школьников». А 24 сентября – продолжение марафона историй. Вебинар проведут челябинские лидеры на тему «Здоровые дети, счастливые родители». Не пропустите, подключайтесь и будьте здоровы. Всего доброго. До свидания. До свидания. Будьте здоровы, счастливы. Да ужалит вас всех пчела.